Друзья, всем привет! Сегодня суббота, 19 июня, и я решил, скажем так, совместить полезное с приятным. Захотел прокатиться на мотоцикле вечером, ну и заодно разведать одно озеро, которое мне подсказал парень из мототусовки. Он туда ездил и скинул видео, что такое неплохое озеро. Там даже можно рыбу ловить, можно купаться. У него в ролике он бросает в воду мякиш хлеба, и рыба прям выпрыгивает из воды. Так как у меня в последнее время с рыбалкой что-то не вяжется на том озере, куда я ездил раньше. Кстати, эти рыбалки на том озере вы можете посмотреть вот здесь, вот тут оно будет. Вот. Я таки решил проехаться, посмотреть, что же там за озеро. Возможно, можно будет съездить туда на рыбалку. Возможно, просто отдохнуть. Ну, в принципе, что долго разговаривать. Сейчас расчехляю мотоцикл и поеду. Увидимся на месте на озере. Ну что ж, друзья, нашел я это озеро, искал я его очень долго. Искал я его, ну короче, если по навигатору, я должен был сюда приехать еще час назад. Но навигатор послал меня совсем в другое место. Но большое спасибо ребятам из мототусовки. Они меня направили, подсказали, даже дома кто-то на компьютере проверил и прислал мне скин карты. Ну, в принципе, все, я нашел это место. Вот так это все выглядит. Вот такое небольшое озеро. Вот такое небольшое озеро. Сейчас я его объеду, посмотрю. Но я думаю, что рыбачить тут точно можно. Я сейчас проверю его на предмет приехать сюда, ну, типа, отдохнуть с ночевкой, там, я не знаю, посидеть. Ну, озеро небольшое, но, в принципе, красиво. В полях его особо и не видно. Я несколько раз заезжал не туда. Но в итоге я его таки нашел. Ну вот, ребята, еще один ракурс этого озера. Вот здесь какой-то водозаборник, насосная станция. Ну, я не знаю, как бы особо для отдыха я пока я что-то не думаю, что сюда можно приехать, как бы именно отдохнуть, там с палаткой посидеть, шашлычка пожарить. Для рыбалки, да, для рыбалки место тут так довольно-таки неплохое.
Так, ну вот я его объезжаю, это озеро. Если честно, вот там чуть-чуть дальше по дороге ребята собираются, они сидели здесь, видать, с ночевкой, собирают палатки. Ну, я не знаю, спорный, конечно, вопрос. Ну вот, вот я нашел одно из мест, где, возможно, сидели, я не знаю, рыбаки, может, или это, отдыхающие. Ну вот так вот здесь спуск к воде. Я уже сам пару раз чуть не подскользнулся, пока спускался. Ну вот так. Скажем так, для рыбалки, да, я думаю, для рыбалки место подходящее. Насчет отдохнуть, ну, возможно, здесь есть на берегу пару мест, где, да, можно, в принципе, так посидеть. Вот я сейчас посмотрю, ну, попытаюсь показать. Там ребята сидят, я просто не хотел возле них останавливаться, снимать, как бы неудобно. Ну, вот они, вот там вдалеке. Вот видно, вдалеке собирается молодежь. Там вроде как место есть с неплохим подходом к воде. Ну, не знаю, по мне так это так, спорный вопрос. Ладно, все. На сегодня у меня все. Собираюсь. Что мне собираться? Сесть на мотоцикл. Еду домой. Времени потратил больше, чем рассчитывал. Поэтому все, буду ехать. Все, всем удачи, спасибо за просмотр, спасибо за ваши отметки, спасибо за комментарии, спасибо, что поддерживаете, канал молодой, как-никак развиваться нужно. Ну все, я поехал, удачи, я надеюсь, что на это озеро я приеду порыбачить и сниму, что и как здесь и почем. Так что, опять же, надеюсь, что мы увидимся здесь на рыбалке. Все, всем пока. Waiting for Nana's night. Yeah, yo, yeah, yo, wanna. Waiting for Nana's night. Yeah, yo, yeah, yo, wanna. Waiting for Nana's night.
Ну все, ребят, я приехал. Сейчас 9 часов без 2 минут. Поплутал я немножко. Вот вы видели, я заехал в пальмовую рощу, там забор оказался. Короче, ну ничего, выехал. Всегда в каждом заборе всегда есть где-то дырка. Я ее нашел и выехал. Ну все, приехал. Все, всем удачи. Увидимся.